have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет! Так, мы сегодня с вами в Armored Patrol. Что у тебя в глазах застряло? Да у меня вообще морда сломана. А, это панамка. Ты посмотри на мое лицо. Я тебе говорил, не ешь столько конфет, харя треснет, блин. Вот, вот так и произошло. Ну все, харя треснула. Так, я сейчас вспомню, чем тут стрелять. Пулями. Погоди, нет, кнопки какие? М1. Нет. Переключение там. Ой, давай. Нас чем-то гасишь, что ли? Нет, это ты сам себя гасишь. Короче, давай я буду водить, ты не умеешь. Чем я могу стрелять? Точно, это не мой танк, не могу его... Так, вот. Садись. Куда? Сейчас. Вот, все, сел. Так. А, здесь можно... Что со мной не так? Почему я так застрял? Что происходит? Это что, семейка Флинстонов? Я буду твой танк толкать, блин, ногами сейчас просто будет. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, хорошо. Ой, я попал. Не я попал. Нет, не знаю. Я могу стрелять. Надо мне вспомнить, как стрелять. Я тебе говорить? Типа, я стреляю, но ему пофиг, потому что это бронированная машина. Надо в него из пушки зарядить, Карл. Сейчас. Я никак не могу понять, как стрелять. Там то ли R, то ли что-то такое. Мы так давно не играли. В общем, что... Да, забыли, как это все делается. До сих пор вылазит информация про второй Armored Patrol, который выходит, но... Оп. О! Чем? F. F? Да, F. Тупой респект. А, по вертолету я могу стрелять из автомата, по нему проходит урон. Там он что, выстрелил? Но он едет за нами, если что, летит, в смысле. Я пытаюсь по нему... Я стреляю по нему, но что-то очень это мало. Я по нему выстрелил. Очень мало урона. Разрывай дистанцию, отъезжай, мы ж так не попадем. Не есть по кругу, разрывай дистанцию. Ну... Едь, пожалуйста. Да я его не вижу. Где так он? Потому ты его и не видишь, потому что ты стоишь на месте и, говорю, отъезжай от него, ты так не увидишь его. Едь дальше, не езди по кругу. Ты можешь вперед ехать, пожалуйста? Да. Спасибо. Ой, да попади ты уже в эту чувака. Плохой из меня стрелял. Ты не тем стреляешь. Выбери control. Зачем? Выбери. А, где? Один. Вот, один, да. Вот, теперь ты будешь стрелять. Вот, 50-миллиметровым пулеметом. 50 калибром они. Пофиг уже. Так, все, теперь я тебе не разрешил управлять. Так, вылази и кидаю ему кубину гранату. Дай пушку! На, на. Все. Поэтому не знаю, что как там вот. Отъедь от него! Так, не стой на месте! Да, застрял! Типа я-то по нему попадаю, но... Ай! Я вышел отсюда, все. Я должен кинуть ему в кабину гранату. Это один из лучших способов, как убить его. Граната! О! Нет! Сказал кот, и умер. Я еще могу стрелять из этой штуки. Ай. Я возьму вертолет.
Да, давай на разных тачках ездить. Что-то из тебя водятел такой. Не, вертолет, я бросил вертолет, все. А что я хочу? Я хочу вертолет. А я хочу опять. Хочу ли я что-то отсюда? Как мне подняться? Так. Блин, а как нам ранг поднять, я не помню. Нажми на шоп. Там кнопка такая. Вижу шоп. А, точно. Так, запромоутиться. Хорошо. Да как мне подняться? Ого, такой инвалид приехал. Я хочу вот эту штуку, пожалуйста. Ой, я поднялся. Чего? О! А ты не свой! А! Не попал! До свидания! Нет! Чё это за слоумо такое? Ай! Их тут три человека! На тебе! Нет! Ха-ха! Промазал. Так. Я сбил вертолет. Я еще могу стрелять? Наверное, да. Или нет. Нет, блин. Погоди, тут надо что-то посерьезнее. Нет, конечно, штука прикольная, но... погодите. Надо больше брони. Если есть такая возможность. Ну-ка, леопард. Ну-ка, валите все отсюда. Опа, враги. Пришло время использовать. Ой, тут чин... Блин, ну может надо было на чинук сесть? Ну ладно. Я забыл управление, нажал на свой, слышал с вертолета. Опа! Есть попадание, есть пробитие. Есть! На, лопни, чувак. Ой, я тебе сверху помогаю убить. Давай, бомбим его. Это что, упало сейчас? Как ты? Так, погоди. Он к тебе идет. А почему? Я же переключаюсь на пулемет. Почему... Так, я одного чувака убил. Хорошо. Из пушки, правда, но ладно. А мы же помним то, что наша главная цель захватывает точки, да? Наша главная цель веселиться. Нет! Как я промазать? Дебил, просто... Как ты? Вражеский вертолет сам делает. Попал немножко. Серьезно? Эта штука меня убила, прикинь. Так, как ладно. Штука, Шерман, я не хочу Шерман. О, вот тигр. В самом-то деле, я же говорю, пантера. Вот я взял тигра. Ну, на тигре и поедем. Так, супер. Никто не хочет мне помогать убить этих дебилов, да? Я еду. Ты где находишься? А, вон я тебя я вижу. Я нахожусь на точке Чарли. Мне никто не помогает. Там... Я еду. Не пережевывай. Так, надо взять что-то сильное. Например, этого Шермана. Выглядит круто. Ха-ха! Есть попадание. Шерман это не что-то сильное. Шерман это консервная банка. Ну, теперь знаю, так что не буду брать Шермана, но... Просто пойду на Чарли, буду убивать на сердце или нет.
Тигр, кстати, неплохо держится. Что? Чё? Это сзади, чувак. А я-то подумала, откуда так много ракет? От кого? Так это свой, к тому же. Блин, почему тут нельзя как в GTA-шке, знаешь, такой назад стреляешь и разгоняешься за счет этого? Попадание. Надо вот этого быстрого прибить. Я это и пытаюсь сделать. Да развались ты уже. Да че он неубиваемый-то такой? Потому что тигр. Есть. Пол хпшки ему снял. Ай! Ха! Минус колесо, чувак. Да хорош! Фиг ли ты так быстро перезаряжаешь? Фига себе, он меня же второй раз выколупал из танка на вот этой штуке. Чем так быстро перезаряжается? Так, хорошо, давайте попробуем ты еще не раз. Против, если быстро. Я займу твой танк, да? Да, конечно. Ну-ка, давайте вот этот БТР попробуем. Треснувшая морда. 25-миллиметровые. Но зато скорость хорошая. Давайте попробуем. У твоего танка все еще пушка есть. Я знаю, я же говорю, это не танк убили, это меня убили. Ну вот, я что? Зачем? Твой танк меня подбивал, плохой. Больше не буду брать. Мне нужно... О, леопард! Леопард. Круто, офигительно. Оп, я пошел отсюда. Блин, их там что, двое, что ли? Как он так хорошо ездит и стреляет одновременно? Он явно что-то... Давай, иди сюда, стрелком будешь. Да сейчас. Мне надо убить этого быстрого, который ганмастер. Так, погоди. Нет, там один. Мне интересно, как переключаться на пулемет, потому что каждый раз, когда переключаюсь на пулемет, потом нажимаю F, то я продолжаю стрелять из пушки. Я подозреваю то, что он читерит. Нет, он не читерит, он как бы он просто неплохо играет в эту игру. О, я его посадил. Ха-ха. На каком он танке? На таком же, как я. Он... А? Ща, я просто буду тестить все танки подряд, пока не найду то, что у него было. Кстати, насчет читерит. Возможно, кстати, и да, потому что он слишком быстро перезаряжается. На моем танке, например, так быстро перезаряжается. И он меня убивает прямо внутри танка. Нет, на самом деле, знаешь, это вполне может быть даже и читер, потому что... Что-то уж как-то слишком это... Подозрительно выглядит, то как он управляет. Мной. Иди сюда. Пошли. Ну ладно. Бери стрелять. Стой, я еще не залез даже. Так давай залазь скорее. Ну что столько времени-то? Там куда ты выпрыгнул, сядь! Да там зеленое сиденье, мне надо за него. О. Все, стреляй. Я буду ездить. Опа. У меня управление крутое. Ты чё? Да я... Тут танк. Я знаю, я не могу съехать с него, наконец-то, блин. Во, гаси этого чувака, гаси. Давай. Опа. Стреляй! Не вверх! Смотри, как он быстро стреляет. Вот этого гаси. Хорошо.
Как ты делаешь по два выстрела за раз, блин? Че за фигня? Ну не знаю, ребят. Короче, такой. Я не знаю, как он делает. Как у него такая быстрая перезарядка, как он делает по два выстрела за раз. И как он так вот выносит с одного выстрела, с одного попадания? Че это за фигня? Не, серьезно. Я понимаю, что написано из РПГ и всякое такое. Он серьезно каждый раз просто отцепляется от управления и стреляет из РПГ. Ну это же бред. Так, Шерман, давай, давай еще раз. Пошли на карго. На летучку? Да. Давай я сейчас еще раз с танком съезжу, потом можно будет на карту. Я купил РПГ. А? Я купил РПГ. Круто. Круто. Че, пойдем точки захватывать? Да. Я рейди. Полнейший рейди. Теперь я тоже купил РПГ. Быстрыми патронами, быстрой перезарядкой. Ему звездец. А, я промазал! Чувак на упреждение, кстати, стрелял. Так. Надо что-то очень быстрое взять. Как ты не попадаешь? Ну... Да как ты не попал? Я же... Бесит. Ладно. Все, 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 пофиг. Надо попробовать добраться до той точки. В принципе, на тигре нормальная броня, чтобы я мог какое-то время посопротивляться. Попадание. Фиг тебе. Слушайте, давайте точки будем... Ой, блин, эта штука тоже стреляет! Не да нет, но это бесит, вот это вот то, что постоянно... А, он выскакивает перед... Ай, к черту. Такие игроки, они реально бесят. Так, ладно, полетаем на чем-то. Я пошел захватывать точку Чарли. Хорошо, давай. Где тут вход наверх, я забыл? А, вот, собственно. Прохожу мимо него. Погоди, а вертолетная площадка? Вот она. Опа. Если взять не чинука, если взять вот этот вертолобзик. Залезь. Не сюда залезь, вот сюда залезь. Так, я начал захватывать точку Чарли. А! Фига! Что? С одного выстрела? Ты что, ты нормальный вообще, чувак? Кстати, буквой F стрелять из этого и... В общем, ладно, я разобрался. Где чинуки? А, вот тут, собственно. На чинуках вроде ракеты были, сейчас посмотрим. Антиэйр и арки, вот это вот, пожалуйста. Чего оришь? Эта тварь села и украла мой танк. Ага. Все, пошел нафиг и закрой чай. Как там взлет... А, И что ли? Да.
Ракеты. Ракеты это всегда хорошо. Особенно против медленных целей. Да, неплохо. В смысле? Да иди ты со своим РПГ. Так, а серьезно, он ездит на машинке, которая разбивает танки, которая разбивает все еще и уворачивается от всего подряд. Ты, блин, нормальный? Да, раздает еще. Иди ты нафиг, чувак, серьезно. Это ж полнейший бред, то, что происходит. Так, вот этот Хьюи, он еще может летать или нет? Да иди ты к черту! Нет, серьезно, вот это какая-то нездоровая фигня, то, что происходит. Чел просто на одном БТРчике уничтожает вертолеты, самолеты, танки и все, что только возможно. Как по мне, так это абсолютнейшее нереальное, то, что тут есть. Хорошо, ладно, в любом случае, на этом будем заканчивать сегодняшнюю серию. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодышек. И всем покеда. Всем покеда.